Александр, привет, привет. Как у тебя дела, Александр? Придется. Рассказывай, куда мы приехали, что будем делать? Искать, да? Рубрика возвращается, золото, клады, сокровища. С чего канал начинался, к тому мы и пришли. Два аппарата у нас одинаковых, но у меня лучше. Нет, 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 нет. У меня, видишь, пленка-то уже недавно убрана. А у меня уже четвертая она. И лопата у меня, видишь, другая. И металлоискатель совершенно другой, черный. У меня лопата в цвет, видишь. И шапка красная, да? Да. Вон оно что, а я как разноцветный этот. Ладно, что интересное будет. Буду включаться. Тут вот будем искать клад, говорит, зарытый. Это уже место. Все, никто не хочет ездить, один я сюда постоянно всех вожу. Потому что я тут выкопаю клад. Или сокровище. Ну вот так вот. Два часа поисков уже прошло. Из всех находок только железо. Ну, железо тоже пойдет. Вот часы. С металлическим циферблатом. Старенькие, наверное. Были вместе с лопатой, куском. Вот с этой. Наверное, в сарайке висели. Чтобы коровы видели, когда их доить придут. Вот так вот, Александр. Тоже находок нет. Из монет. Сейчас пойду, наверное, одно место покопаю. Яму. Не знаю, посмотрим. Поле сеяно, по полю не походить. Все монетки, которые мы находили раньше, были в поле. Ну вот так вот, что будет интересно. Санина находка. Кувшин. Да, Саня? Да. Ты золото все отсюда уже вытряхнул, да? Вытряхнул, но... А как обидно было, когда... Обидно, да? Расстроился. Вот так вот лежит, так вот копнул, вот он лежит, думаешь, ну все, он полный золото. Начинаешь копать. А он вот так вот, да? Понятно. А тут что ты копаешь? Да вот бежит второй здесь. Это дом тут тоже, наверное, да, был яму? Не, ну ты долго будешь копать? Нет, ошибся малость. Всего решетку лишь. Возьми, макароны цедить. Можно ее круглую вырезать на мясорубку. Тонковатая будет. Да нормально, она же длинная у тебя. Выдавливать ножом. Ну, Саня тоже, в общем, ничего найти не может. Я его сейчас с собой не буду звать, пойду один копать. Пусть он тут ходит. А за что он пойдет? Ой, домовой пошел. Я так думаю. А что вы делаете, Михаил? Погоди, я спрячу лицо. Ага, это колодец копаем. До воды пытаемся дойти. Так, где я про клад говорил, то надо место вырезать. Да? Да. Хорошо. Это мы 10-рублевую монетку хотим современную спрятать. Потомкам осталось. Я уже потерял. А вон. Монетку 10-рублевую. Высыпали с кармана денежка. Тебя? Ну. Вот. Часть нашел. Пол. Здесь был только пол. Ветер, вот, наверное. Такая глубина. Это у меня сигнал золотой, просто металлоискатель дал. И все еще я туда пытаюсь идти. Сейчас покажу. У Александра-то такой же, но у него не работает. Вот. Золото. Ну, мы скоро выкопаем его. Тут вообще перегруз, но я тут на сундуке стою. Где-то мы рядом. Где-то мы рядом. Вот так вот, в общем. Ладно, все, заканчивай давай. Все, ладно, некогда. Копаем уже 5 часов. Никто ни одной монетки не нашел у нас.
улица тоже была. На другой край деревни переехали. А я вот навесы нашел. Складированы. Вот такой старый навес. Красивый. Еще один. Да. А? Купи навесы у меня. Этот маленько другой. Шестеренку хорошую. Можно руль из нее сделать. В общем, вот так вот у нас коп идет. На монету уже даже не рассчитываю. Александр идет делиться находкой. Александр, что это у тебя за штука? Штучка хорошая, красивая, но, блядь, кончик сломанный. Я знаю парня, у которого есть оружие. Он легкий, оказывается. Легкий, ну. Блин, жалко, кончик сломанный. Все, там, наверное, еще и карабин. Оно вот так вот воткнуто, я такой тыкс, не понял, оно не берется. Еще и карабин, наверное, там есть. Ну там ямки, много ямок вот так вот. Мелких, не таких. Может, тут все-таки отряд стоял, а не там. Хрен не знаю, там что-то так вот. Вот я копаю маленькое, там маленькое, там маленькое. Вот так вот, вот Александр, самую крупную вот находку вот нашел для нас, которая интересная. В ком-то обломился, наверное, да? Наверное. Там костей-то нету внутри? Нет, ну, а, череп ищи. Или еще что-нибудь. Все, иди ищи, у меня тут тоже сигнал сейчас. Они же не буду тебе показывать, что выкопаю. Ну, где отсюда ближе? Вот очередное сокровище у нас. Да, Александр? Александр, то есть. Вот там было найдено вот такая херовина. Килограмм по 10-6 весит. Тазик сейчас выкопал, ходил на озеро туда. Ручки, во. Ну, обломок, как пожалуйста. Ну, здесь смотри, какие эти большие сделаны. Путь не ножик, да? Так вот. А это не какой-нибудь штык нож тоже? Вот я тоже думаю, потому что оно этот... Знающие в комментариях напишут люди. Вот так вот тут. Топор, видел, как красивый нашел с узорчиком. А на тебе такой топор. Он лопнутый. Сам ты лопнутый. С узорчиком. Этот вообще он клепанный. Причем все клепанное. Вот лопата клепанная. Все до последу использовали. Это что у тебя за фиговина? Знаю, ты еще эти квадратники такие хуйни. А внутри не что-то матерись, как... тебя вдруг дети будут смотреть. А. И вот лопата клепанная, как у Сашки сейчас. Сашка вот сейчас лопатой копает, но не видать, вот у него клепанная. Короче, давно вот такие лопаты были. Вот так вот. Сейчас мы до того бугра доедем, наверное, да? Поглядим, что за бугор. И все, копаем. О, время 10 минут 7. Сколько мы копаем? Много. 8 часов, наверное, да? Где-то так. Вот так вот. Килограмм 50 железа, если накопали. Ни одной монетки. Я уже расстраиваться начал. Ну ладно, вот так вот. Неинтересно. Коп для видео. Ну что теперь, да? Да, на что поделать? Всяко бывает.